Быстренько представимся. Юрий Розанов и Василий Соловьев сегодня работают на этой игре. И теперь смотрим футбол. Звучит свисток, игра началась. Надеюсь, что матч сегодняшний будет зрелищным, и мы насладимся красивым футболом сполна. Думаю, надо бить и забивать. Бей! Смотрим и любуемся на Месси. Думаю, надо бить и забивать. Ну же, Педро! Удар и... Великолепная атака приводит к блестящему голу. Ну, не получилось с первой попытки, а зато получилось со второй. Всегда массированная атака завершается вот таким логичным взятием ворот. Ну, по крайней мере, должна завершиться. И уже через 5 минут после начала матча единичка на табло есть. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Место. Лионель Месси. Кто говорил, что он играет только на чистых мячах? Дани Алвес. Педро. Есть выбор, только надо делать его быстро. Серхио Бускетс. Серхио Бускетс. Маскерано. Хави вновь открыт. Вот и мой передача. Хави. Педро. Очень даже ничего. Педро. Может быть, это и вправду второй Марадона, это Месси. Неймар. Подозреваю, что голкипер сейчас поблагодарит защитника. Действительно спас команду. Что и на коротке. Серхио Бускетс. Думаю, что следующим техническим действием должен быть пас. Пошла передача в штрафной. Месси! Удар, гол! Я думаю, что сейчас аплодируют все этому удару, забыв про счет, потому что это мяч великолепный. Запомните вот этот удар, потому что будете потом рассказывать, как там это все было, зажить в повторе. Будете первыми рассказчиками. Он касается мяча головой и не оставляет вратарю ни малейшего шанса. Перехват – награда за его старания. Перехватывают передачу Хави. Дани Алвес. Хави. Все, что остается партнером, это только открываться. Только искать свободное пространство. А уж он-то туда мяч отправит с любой дистанции. Да просто смотреть это приятно.
когда и движение хорошее, игра в пас поставлена. Не знаю, как будет с результатом, но впечатление визуальное фантастическое. Думаю, а вот удар. Бросается игрок навстречу мячу и принимает его на себя. И не нужно было тут думать. Надо похвалить защитника. Партнер по команде получает мяч, и что же будет делать? Месси. Иньеста. Педро. И вот в этой борьбе мяч кажется бесхозным. Угловой подаст Барселона. И 2-0 после первого тайма. Прошел первый тайм, и все идет сообразно нашим ожиданиям. Бьют маленьких и беззащитных. Вторая половина игры. Вторые 45 минут. Второй футбольный академический час. Иньеста. Неймар. Далеко до ворот. Здесь гола ожидать, пожалуй, что и не стоит. Серхио Бускетс. Ари. Даже если обострения не будет, подобный пас всегда добавляет куража. Что творит Лионель Месси? Чувствую, что называется, и ворота не попал. Ух, а иногда кажется, что ворота такие большие. Замена там и замена здесь. Причем в одну и ту же минуту. Мы будем потом задаваться вопросом, почему команда дома играет лучше, чем в гостях. Так вот именно поэтому. Потому что вперед их гонят свои собственные болельщики. Но гонят в хорошем смысле этого слова. В половине случаев тренер, давая напутствие перед игрой, говорит атаку до удара. То есть, если ударов мало, значит тренер установку выполняется не до конца. Серхио Бускетс. Жесткая борьба за мяч продолжается. А больше нет возможности. И... Нам даже казалось с Василием, что все сегодня может залетать в ворота, однако нет, с этим ударом вратарь справился. Повезло. Вот это и есть понимание игры со стороны арбитра. Мяч-то остался у атакующей команды. Грамотный человек. Смотрим и любуемся на Месси. И вот в этой борьбе мяч кажется бесхозным. Порой выбить мяч из штрафной – это лучшее решение проблемы. Итак,
команда лидер, но и лидеру замены нужны, тем более, что правилами футбольными это не то, что дозволено, а еще и рекомендуется. И атака разливается. Абсолютно точно арбитр контролировал ситуацию, все видел и свистнул действительно, когда было нужно. Ловит голкипер. Команду вытащил мяч, не берущийся. Прессингует там за центральным кругом. Он из тех, кто постоянно балансирует на грани офсайда. В этот раз он эту грань приступил. Два новых игрока у Бровки, притом из разных команд, и там замены. Надо же, как легко обыграл. Передача находит адресата и... И вот он, удар по воротам. Неудачный удар, зато счет радует. Поймал мяч. Думаю, надо бить и забивать. Завершение матча.